да, наш? Я по-русски говорю плохо. Это переводчик, это камера. А, я понимаю, нет, подождите, вы руками трогать не надо. Подождите, вы скажите, вы попали в аварию сегодня? Авария, слово знаете? Да. Да. Почему вы ушли с места? Почему? Это машина, это камера есть, это все. Видеорегистратор есть, да, вы хотите сказать? Да, там все видно, да? А почему вы не остались на месте-то? Куда вы пошли? Это, короче, есть, это говорю. Я говорю, нету, плохо. Это камера, аппарат, камера есть. Это все, говорю, вообще нету. А почему вы ушли с места ДТП? Скажите, пожалуйста. Почему вы ушли с места ДТП, аварии? Угу. Почему? Не знаю, по-русски говорю. Не знаю вообще русский. Вы испугались? Это братан звонит, это переводчик. 15 минут уже есть. Это интервью есть. Понятно. А что касается правил дорожного движения, у вас же как бы перевозчик должен был допустить со знанием русского языка. Как так получилось, что вы работаете на маршруте и не знаете русского языка? Это я просто плохо, чуть-чуть есть. То есть вы умеете считать и умеете говорить, отвечать пассажирам и все? А чуть-чуть ответ есть. Понятно. А что касается, ну, более... То есть вы разговор по-русски поддержать не можете, правильно я говорю? Нет, ну когда вы увидели, что вы перевернулись и люди пострадали, вы же как человек, который это все понял, как же вы их бросили-то, людей этих? Или вы все-таки подождали, пока скорая придет? Вот хотелось бы узнать, вы же, наверное, все-таки добрый человек? Да? Конечно, конечно. Ну, вы людей-то этих помогли им подняться с земли, там, дождаться скорой или нет? Зимнеет, да? Зимнеет. Понятно. Ну, а что тут говорить? То есть вы сбежали, потому что испугались? А почему вы путевой лист тогда с собой взяли? Где ваша фамилия? Я? Да. Я Юлиев, фамилия. Это имя, это умирали. Амада Алиевич, отчество. То есть вы испугались? Да? Понятно. Это Кыргызстан, это таможенный союз? Ну, понятно, да. Понятно. То есть разрешение есть, но может быть, а может не быть. Разрешение есть, да? А давно вы работаете в Тире? Да. Сколько? Год, два, три, 10? Это один месяц. Один месяц вы работаете? Один год работаете, да? Вот на этом маршруте работаете, да? Это Тверь, это Москва. И в Москве тоже работаете, да? Понятно. Это фирма. Ну, понятно.